49-48. Вот сейчас вот здесь должна Паулаускас. Мяч потеряет Скандалидзе. Саша Белов. Паулаускас. Нам бы казалось бы, что ну держите мяч, и все. Вот секунды остаются. Ничего не надо придумывать. Вот атакует Белов кольцо, атакует неточно. И вот Коллинз перехватывает передачу. Скандалидзе сейчас будет фалить, да. Сознательно будет фалить. Ну, ничего ему не оставалось делать. Конечно, Сако хватается за голову и... Да, ошибся Александр Белов. Его не передача... надо было бросать-то. И бросать-то не надо было, по большому счету. Держи мяч, и все. Очко выигрываешь, больше не надо. Не важно сколько, важно, что победа. Это Дак Коллинз упал, но он встанет сейчас и забьет свои мячи. Но эти оставшиеся, если не ошибаюсь, сейчас, да, три секунды. Три секунды, да. Должно быть на табло, будут длиться очень долго. Да. Да, вот они, 49-48. Ну что ж, апогей матча. И перед тем, как дать возможность Дагу Коллинзу бросить штрафные очки, наверное, стоит еще раз в подробностях очевидцев тех событий узнать, как это было. Глазами разных партнеров. 48-49. Вот ничья, 49-49, и сейчас американцы выходят вперед. Сейчас он забьет еще один. И 40 секунд игры. Вот американцы вышли вперед. 50-49. Вы представляете? Останавливают судьи мяч, потому что потребовал тайм-аут Сергей Башкин, тренер нашей команды. Неразбериха сейчас чувствуется в судейском секретариате, потому что не могут разобраться. Кто, когда остановил секундомер? Почему да, одна секунда? Одна секунда, это не... Да. Одна секунда. Можно спасти матч? Можно. Один точный бросок, и все. Секунды до конца встречи. Финальная сирена. Сборная Соединенных Штатов выиграла встречу. Но судьи останавливают. Судьи... Нет, матч еще не закончен. Как будто матч еще не закончен. 3 секунды до конца встречи. 3 секунды. Табло было неправильное. Еще 3 секунды игрового времени. Рано поздравлять олимпийских чемпионов, хотя они и близки к тому, чтобы вновь отпраздновать победу. Да. Досадно. Матч продолжается. Еще 3 секунды игрового времени. Судьи просят команды вернуться на поле. 3 секунды до конца матча. Сейчас будет приведен в порядок, приведено табло. Все вскочили с мест. Впереди команда Соединенных Штатов Америки. Мяч в игру ведет Иван Едешко. 3 секунды. Передача на Александра Белова. И сборная Советского Союза забивает мяч. Победа! Да, действительно, это был фрагмент 30-летней давности репортажа Нины Ереминой о финале баскетбольного матча между командами Советского Союза и Соединенных Штатов Америки.